регистрации на объектах прямо на глазах посетителей, причем любой желающий может принять участие. Собственно, выставка приурочена к открытию нового иллюстраторского бюро в Юга. Посетителям обещано больше 100 работ резидентов бюро. Начальник правоохранительных органов. Еще в прошлом году, поведал соседник агентства, спецслужбы зафиксировали факт вымогательства Зотова. Идиот! Дебил на ладе, придурок! Долг 140 тысяч рублей, который подозреваемый не хотел возвращать своей возлюбленной. По другой версии, молодой человек мог... По сути, да. Ясно. Блядь.
ты, блядь? Ну. Чё ты встал? И чё? Чё, говна, кусок? Чё ты едешь? А ты чё тут едешь? Товище, блядь. А мы чё, не знаю, должны в пробке ебаться, стоять, сказать, блядь? Что, да говна, ума у тебя палаты, блядь. Павел, ну не надо, блин. Ну сейчас будет специально жопу ну подставлять. Машина! Смотри, что он сделал с машиной. Он подрезал машину. Ну смотри, он ударил его. Он ударил его. Ты еще ебать, куда на? Ты что, козел? Ты едешь, блядь? Козел! Чего охуенный с утра, что ли? Молчи. Хуй тебя, блядь!